Здравствуйте, дамы и господа! Очередное стихотворение, автором которого является Бальмонт Константин Дмитриевич. «Я не могу понять, как можно ненавидеть остывшего к тебе, обидчика, врага. Я радости не знал сознательно обидеть. Свобода ясности мне вечно дорога. Я всех люблю равно любовью равнодушной. Я весь душой с другим, когда он тут со мной. Но чуть он отойдет, как светлый и воздушный, забвением я дышу, своей тишиной. Когда тебя твой рок случайно сделал гневным, о, смейся надо мной, приди, ударь меня. Ты для моей души не станешь ежедневным, не сможешь затемнить мне вспыхнувшего дня. Я всех люблю равно любовью безучастной, как слушают волну, как любят облака. Но есть и для меня источник боли страстной, и есть ненавистная и жгучая тоска, когда любя люблю, когда любовью болен. И тот, другой, как вещь берет всю жизнь мою, я ненависть в душе тогда сдержать не волен, и хоть в душе своей, но я его убью. Спасибо вам.